Несмотря на то, что я ни при каких условиях не перекрасилась бы в другой цвет, я всегда восхищалась девушками-блондинками. И именно им сегодня клуб «Компас» посвятил конкурс «Best Blonde». Все мужчины нашего города сегодня собрались в клубе «Компас», чтобы увидеть 10 самых сексуальных, обворожительных и обаятельных блондинок нашего города. Радужный человек в клубе «Компас» находится рядом со мной. Мы сейчас с ним сидим в уютном ресторане развлекательного комплекса «Компас». Общаемся, курим сигары, пьем виски. Немного врем. Чуть-чуть, немножечко, совсем чуть-чуть. Так вот, Best Blonde. На самом деле конкурс, наверное, достаточно оригинальный для Харькова, несмотря на то, что конкурсов красоты проходит в нашем городе такое количество, что мне уже становится страшно, потому что все девушки уже побывали в нашем городе на сценах разных клубов. Так вот, Best Blonde. А насколько тебе он понравился? Насколько тебе понравились блондинки? И я прекрасно понимаю, что ты сейчас скажешь, что блондинки, наверное, рулят миром и очаровывают всех мужчин. Поэтому сегодня, собственно, и поставили на сцене клуба «Компас». Если говорить о харьковских девушках, то я никогда не был склонен к тому, чтобы каким-то образом делить девушек на блондинок, брюнеток, шатенок или рыженьких. Для меня все харьковские девушки прекрасные. Ну, сегодня, находясь на протяжении 2 часов рядом с этими девушками на сцене, я понимаю, что блондинки рулят не только в «Компасе» сегодня, этой ночью, но и на протяжении как минимум 2 недель блондинки будут рулить в моих ночных снах. Ну, конечно, после тех эротических образов, которые они сегодня показали, я думаю, что это действительно будет не только с тобой одним, но и со мной тоже. Ты представляешь, что у меня теперь во сне будет? Там будет и мушкетер, и медсестра, и полицейский, и все они будут в моих снах какие-то претензии ко мне предъявлять, какие-то допросы, обыски. И что самое главное, всем этим моментам я буду искренне рад, я буду говорить: «Давай, полицейский, обыщи меня, а теперь я тебя. А теперь, полицейский, возьми и обыщи, пожалуйста, мушкетера. Компас, каждый день для вас». Я, честно говоря, не знаю, почему программу Party Time всегда приглашают на конкурсы красоты. Неважно, брюнетки, блондинки или еще какие-то девушки участвуют в этих мероприятиях. Но вот когда рядом стоишь с такой красотой, у которой длинные шикарные белые волосы, кулончик провалился прямо вот в неизвестность куда-то, который, наверное, каждый мужчина хотел бы туда попасть, и наш оператор обязательно тоже хотел бы. Вот как удается тебе вот этим вот всем грамотно апеллировать, грамотно пользоваться, чтобы мужчины тебя не воспринимали вот как, ну, знаешь, как обычно воспринимают блондинок? Ну, пустышка, ну, глупышка где-то, бывает такое. Как удается вот доказывать с такой шикарной внешностью, что ты умная, современная девушка, грамотная и, наверное, целеустремленная?
Ну, на самом деле, достаточно просто попробовать пообщаться с человеком, чтобы он понял о тебе, ну, как ты себя можешь преподнести, чтобы не считать себя пустой и просто с внешностью. Ну вот правильно, есть же такой вот стереотип, что блондинки глупые, правильно? Вы это всегда доказываете или все-таки уже этот миф как-то развеялся в современной нынешней ситуации? Я думаю, большинство девушек сами не позволяют развеять этот миф блондинки, а просто пользуются этим и легче сказать, что ну, я блондинка, ну и все. Состоит из 4 дефиле в разных интересных подводках в симбиозе с нами. Как и, в принципе, всегда я стараюсь в каждом дефиле раскрыть девушку по максимуму. Так как у нас выходы совершенно разные, под разную музыку, под разную тематику, также девушки будут стараться себя подать совершенно иначе, от одного выхода к другому. Вот, в принципе, на это и ставим акцент. Паша, вот смотри, ты сегодня же работаешь не просто с девочками, а с блондинками, как-никак. Но для меня это много значит. Я думаю, у меня тоже есть определенный стереотип, что блондинки, ну, недалеко ушли где-то в умственных способностях. Согласен ли ты с ним? Или это же как-то вот несовременно и неактуально совсем звучит? Это стереотипы. Стереотипы говорят сами за себя. Могу сказать так, что будь ты блондинка, либо кем-то другим, иногда мозгов что в блондинке нет, что в брюнетке, что в рыжей, да? Иногда встречаешь людей совершенно разных, совершенно в разном обличье, совершенно разными волосами. И они могут быть совершенно разные. Данные девочки интересны. Были маленькие каверы, но мы очень быстренько их исправили. Поэтому девчонками доволен. Ты красивая, сексуальная, еще какая? И умная. Умная, вот так. Это заметили. Ну, понятно. Как... В особенности, когда смотришь на тебя вот так, в принципе, кроме ума, больше ничего в голову не приходит. У всех парней ассоциируются девушки, некоторые яркие, сексуальные, это блондинки. Сразу такая ассоциация. Ну и, не знаю, хотели какой-то подарок с начала года сделать. Из-за того, что у нас реконструкция была клуба сделана. И клуб сейчас, ну, я не скажу, что лучше, не лучше, но я считаю, что один из лучших сейчас по ремонту, по интерьеру, довольно-таки очень круто, классно, очень красиво и ярко. И мы решили так же самое эту яркость совместить с нашими красивыми, достойно очень красивыми девушками-блондинками. Развлекательный комплекс «Компас» – это, понятно, не один клуб, это целый комплекс. Расскажи немножечко, из чего он состоит и что каждый гость может здесь получить. У нас довольно-таки объемная можно информация здесь получить. Это, соответственно, у нас первый этаж – это довольно-таки очень хороший ресторан с нашим очень хорошим шеф-поваром. Можно здесь отметить свадьбу, можно какой-то корпоратив. Здесь бывает иногда живая музыка, хорошая кухня, хорошие официанты. На втором этаже у нас расположен клуб. Ну, в клубе мы уже видели сегодня, что происходит, привозы,
диджеев, артистов, всего, всякие конкурсы, тематические вечеринки. У нас на каждый день расписана довольно-таки интересная программа, и люди могут насыщенную программу получить, отдохнуть хорошо, выпить, потанцевать весело, не скучно, никогда не бывает. На третьем этаже у нас боулинг и паб-бар. Паб-бар – это футбольные матчи, бокс, все такое. Там пивной, можно сказать, что какой-то ресторан небольшой. И боулинг, так же самое на этом этаже. У нас проводится постоянно, каждую среду проводятся у нас чемпионаты студентов по боулингу. Соответственно, вы можете прийти, выступить, отыграть. Проводятся студенческие и взрослые. На этих турнирах у нас достойные, интересные призы, конкурсы. Блондинки – это, по-моему, самые красивые девушки в нашем городе. У нас, в принципе, девушки все красивые в городе, но я люблю очень блондинок. И сегодня конкурс специально для них. Они все очень красивые. Я надеюсь, что сегодня победит сильнейшая из них. То есть у меня шансов нет, чтобы вам понравиться? У вас есть. Клуб «Донбасс» как часто посещаете? Сегодня, честно говоря, после ремонта я тут первый раз. Я очень удивлен, мне очень понравилось здесь. Ну, хочу сюда прийти с друзьями отдохнуть в следующий раз. Блондинкам, я просто знаю, сколько находит стереотипов, анекдотов, приколов про блондинок. Я столько этого всего натерпелась, поэтому я желаю им достойно носить свой титул, потому что блондинка – это красиво, это всегда стильно и актуально. Девушкам-участницам. Я очень благодарна всем организаторам и тем, кто придумал этот конкурс. Мне очень приятно. Спасибо большое. Наконец-то рядом со мной стоит брюнетка. Мое сердце, конечно же, как брюнетки, принадлежит всегда девушкам с темными волосами. А еще и это мисс Харьков 2011. Очаровательная девушка. Ты сегодня была в жюри, ты сегодня оценивала блондинок. Я думаю, тебе это было трудно. А твои впечатления от конкурса и, собственно, от конкурсанток? Мне понравились девочки. Я видела, как они старались и переживали. Мне это знакомо, и не раз действительно через это проходила. Поэтому с снисходительностью оценивала их, зная, как им тяжело. К блондинкам отношусь очень хорошо, потому как у меня есть подруга, блондинка. Я, конечно, знаю, как они иногда умеют пользоваться цветом своих волос. Но, как, учитывая все это, нет, не считаю, что такой стереотип, что все блондинки вот немножко вот глупее брюнеток. Нет, я с этим не согласна.